Разблокирование транспортных коммуникаций в регионе позволит Армении иметь сухопутное сообщение с Россией по территории Азербайджана. В этом уверен завсектором Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Артем Пылин. По его мнению, с разблокированием транспортных коммуникаций в регионе перед Арменией открываются новые перспективы. Надо думать, какие возможности открывают транспортные коммуникации. Армения, долгие годы находясь в транспортной изоляции, получает возможность иметь сухопутное сообщение с Россией через территорию Азербайджана, поэтому должна быть заинтересована, чтобы получить дополнительную поддержку транспортировки своих товаров, заявил Пылин агентству «Спутник Армения». Он отметил, что текущие условия поставки не отвечают возросшим объемам экспорта. Пылин, в частности, отмечает пропускную способность военно-грузинской дороги. Эксперт подчеркнул, что необходимо также расширить мощности морских портов Грузии. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.